В смысле, я ролил тапки. На, еще раз. А, я проебал, видимо. Они без хосты нахер, они тебя ритрум. Они мне вариативны. С коня на третью ауру, пожалуйста. Вы видите, что это там вдалеке? Ну, тогда с коня на огонь. Пожалуйста. А у меня тоже постоянно шмот дубль был раньше. Я хорошо жила. Икс, да. Значит, ты хулипал на этот, на огонь, ибо не ауру. Какие-то он мне раньше протопало одевал, да? Нечего делать. Юля протопало захотела. Слава, ты опять оделась. Чистая РБК Танчи 290. Да. Да. Нет, я пошла, задонатила себе фул, короче, на холика Т5-2. Плюс нонсет. Ну, типа, там чуть ли не 285-я сразу. Надо было кого-то одевать. Вот я одевала, протопало. Полетели. Сделаешь шмот, да. Кстати, не пиздень, только РБК танчила. Ну да, я помню, Келя танчил. Я танчила сама, ока. Я танчил Келя. Точно, один даже раз РС-ку вроде. А. Вот, да, да, и кстати, не один раз я РС-ку танчил. Так что не пизди на меня. Да паладины хуйня, я помню, я зашел на келли, я сдох, потому что там нет сейва нормального от того ешки. Как там она называется, разрушение? Ты, просто, ты слабый просто. Паладинам похуй на физурон. Паладины хуйня. Ивары хуйня, у тебя ДК такой не хуйня, да? Да. И в пятом будет немножко все по-другому. Ты уверен? Я знаю. Так мы же вместе играли терпят, ну ты точно это говоришь? Не, ну там просто гир, когда повыше, там уже у других танков поинтереснее. А, ну к 300-му да, может там поинтереснее чё. Сука. Например, пал там вообще по триту. Вы уёбки, вы нахуя мурадина бьёте, блять? Вы меня настакали только что 15 стаков нахуй, просто фришных, блять. Акция же, Кирюх. А как это? Как это так? Сильный там. Чем мы специально били Мурадина? Чтобы верить, что станка шотит на 100 стаках. Потому что вам не хуй было делать на кинете. Я сейчас сдохну, блядь. Улетаем, улетаем, улетаем. Я тебе каплю, бану. Прыгай. А, ты уже улетел? Пока танка не шотает, танк взрывает. Нет, вот. Чё, жили у нас танки, ковер? Всё, полетели. Вот там, правда, три хила, но в топом хуяры. Ну, типа, если танка не шотала, то танк взрывает. То есть как на Джайне был. Он по-моему больше бьет здесь, чем на X. Не, ну на X. Не, знаешь, мне это скорее всего потому что у тебя хп меньше, чем на X2. Ну да. Куда как бисик? Ну типа смотри, он 53 стака был, он мне уже бил по 61 тысячу. Не, ну даже. А, так армора мало, вся хуйня. Типа, если тебя не будет шот, то у тебя 3 хила отхилились будет на стопом кассе. Это не важно, сколько он тебя ударит. Главное, чтобы типа, шот, я в своем танке собирал шмотки с зеленым армором. Мне так больше нравилось. Сколько вообще у ДК в бисе на X2 хп? Это
там уже почти 120. Сейчас где-то, сейчас там больше 100 тысяч уже, наверное. 120 где-то. Охуеть, монстры. А у моего, по-моему, 80 было. Медведя 180. Попал? Нет, это брюлёвый. Вы брюлья хав танка забивать. Но только там, ну, медведь не танк, это не стреляет. Я, кстати, недавно заходил на X2, на Форбсе была такая хуйня, что какой-то медведь фулбрилевый был, ну, без бафов, без нихуя, без фаски, без ничего, у него там 113 тысяч было, по-моему. Да, это может быть и наш был медведь, кстати. Медведь это, наверное, если ты танк хуёвый, и ребятам слишком хуйня в нем. Бонус. Сейчас упадет кольцо, я тебя убью, Никит. Не знаю, Даль, честно не смотрел, я просто видел, что... Ой, счетов! Сука, кольцо! Двое счетов, я ебу. Кольцо нахэпало ролью. Нет. 10, сука. Холипало, видимо. ВЛС хуярит. Кто? Чисто жук. Да ебать, не менял там чат. Там у хэпала нету, ребята. Хули вы ролите? Ну, хэпалу, да, допускаю, мейн. Ладно. Войд, добрая душа, так бы не отдал. Конечно, ебать, ты чё? Танков уронил, блядь, на ребре. Ну счёт и Алтора на хэпала, да, надо? Ой, нихуя. Два челика уже рулят. 10. Ты 10 на мейн, ты с этой хуйней ходить будешь, я тебя правильно понял? Ну ты долбоёб, кто тебя знает? Это даже жалко китать, скидывать людям ЕП на самом деле. Блять, запилите тему на форуме, чтобы можно было несколько пепельных колец брать, а то какая-то залупа получается. Вон, ну, вторую рольте я одну скинул. Все знают, как брать два кольца. Блять. Сонджа, отдай этому Твиксу. Я перепутал. Как, Рид? Я не знаю, как брать два кольца, подскажите. Ну, ты возьмешь, а потом посидишь с новым аккаунтом. Скорее всего, есть такой шанс. Нихуя не понял. Вторые счеты, рольте, алё. Блять. Блять, нахэпала беру, нахэпала беру, ёбаный в рот. Десятка стоит уже, блять. А, ну все, пускай он забирает. Уступаю, ебать. Стрего, щедрый. Два роля, потом два, нет, отдай ему. Сон же ты отдал этому Твиксу, Треню? Отдал. Да все хорошо. Я просто рофлю в пугаре нахэпал ролил, блять, счёт и сука. Каску по ДК обновите. У меня глаз Мокеридона, блядь, хэпал забрал, нахуй. Чё ты хочешь пиздец, сказать? Это пиздец, ебать. Ну, я, конечно, у него выкупил его за ДС. Каску по ДК, ну ёбаный в рот. Все. Если чё, каски хэпал раздаёт, типа на него все бочки. А я вижу. Да он кольцо забрал, видать, обрадовался, поэтому забыл про баф. Ушел курить. Хватит с этого рейда, можно в другой. Еще что ты себя нролишь? Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Нихуя. Че? Шутка, Дельчика, я тебя очень люблю. Нет, ты совсем не раб, Адель. Ебать, Юля, это было жестко, я даже испугался. Ну блин, ну просто я немножко не тот тон выбрала, это очень серьезно звучало. Это жестко звучало, пиздец. Как есть, так есть, хули. Чел чисто сидит, хуярит за всех. Всех одевает, сам сирота 15 тысяч дамажит. Жалко его. Так вы не слышали, она вообще говорила, блядь, называйте меня только госпожа она. Такого не было, че ты врешь? Ой, ебай. Сейчас проверим, кто сколько даст, блядь, на этом боссе. Ковер, ебаный в рот. Хоты, иди, хоты, он колени тут прогоняет. Я тебе ЕП минусану, нахуй. Ты одна задача в этом рейде.
Ой, как страшно за ЕП. Даю боб за 5000. За 5000 боб даю по заказу. За десятку лутаешь. Вы там еще, блядь? Какая-то хуйня нездоровая. Кстати, Ретрум, ты что, раньше пул нажал Геру, что ли? Сложно, нажмешь Геру, пожалуйста. Массакру дал. Да, вот кому я серию дал, он был бы игромастер, он бы больше дал. А ты кому давал? Мемчику? Ладно, еще одну КД в помойку, похуй. Это как ты так 22 куска дал, ибо 10,5? Это 23 почти, это... А тебе он драки дал из тире? Кому тебе? Тебе. Никто не кидал из тире. Он дрован холик, он сам. Он, ну... Смотри, лунка плюс кровавая эльфийка, нахуй, так понимаю, что-то еще нахуй кидал. Ну ты посмотри, пати. А еще и триксы, нахуй. А че в пати, нахуй? Не, за триксы не шарю. Сидорайка, дворф, блядь, черная, я понял. Заебись ты пати все набрал. А ты думал, блядь. Хм. Корона решает. Бедный Дель старался, пыхтел, блядь. Заебался 17. Дотать, наверное, блядь. Не, да Дельчик тоже все равно молодец. Зря не, он охуенные цифры дал. Это не, вообще... А Дель вообще красава, наконец-то выше 15. Это вообще жесткий шпшник.
Из Ставижа выходит трэш, а Дель идет резко вниз. Вообще пиздец. Он просто секунда в секунду кидал опять. Смотри, он даже в трэш, смотри, сколько нахуярил, ебать. 500 тысяч, нахуй. Трэш неосознан. Так это единственный ваш шанс выйти по дамагу. Если бы трэш чуть попозже вышел, типа 23 было бы на выходе. Это с диспельте, пожалуйста. Присты, пал. Да, они тут. Я доверяю фуриков духуя, чтобы каждый пересекающим скидывался, блядь. Короче, криво скрин вырезала, похуй. Короче, массакру дал, капля уже была, так что прожимайся. Дай ему диван. Можно не зыбку дать, там все равно две лужи. Двойная лужа там. Жесткая прям челюсть. Алканфел, ща подойду кину трей. А, конфел, ты проебался. Беги быстрей. Сейчас подойду, Петик. Чумная бомба, господи. Еще я иду хилять. Типа просто кто на замене или кто хочет быстрее ДПС посмотреть, я сразу кину ДПС сурка. Да тут в режиме стрима можно посмотреть ДПС. На трэше, например, Милфхан 22к, первый ДПС. Тоже красавчик. АФКшеры, блять, Валентайм и Мирами. Фикаши. А вы там стоите, а вот сейчас побежал, ладно. Пиздец, я тут гелил, когда танки чуть не сдохли. 20 АФК. Я не АФКшила, я выполняла работу бумажную. Вчера ходили, короче, с Андреем в ЦЛК в десятку. У нас упал череп и труба. Просто джекпот, блядь. Это Кирилл, зашел там с собак, сейчас осторожно бьем. Давай вот эту прелесть, все там стой. Эту петушню первую. Раделя? Диспейльте танка, ебать. Сопливых. Все, Адель, это была шутка, дурацкая шутка. Никто не будет давать истерию. Кирюха сегодня в шипе. Так, дам у них. Дайте кто-то гнев небес спал, любой. Короче, я придумала, Адель. Ты одеваешь ДЦ, я одеваю Лока. Ну ты знаешь для чего, да? Юля, одевай сразу дух крит Лока на этот, на Т5. Ебашьте этого мелкого пидора.
смотря что откроют ковер, типа если ЛК ХМ откроют. А не важно, на будущее сразу. Прикинь, сразу готовый будет лок, ребят. Как мне нравилось ты 5 локом играть. Бегать на ходу, кастит халяву. Да, вообще. На первую массакру я дам. Так, даю. Эй, кто-то умер. Дед хуй не помогает, да? Не мой щит. Хуй знаю. Хулипал массакра есть? Висел на тебе щит, да. Кстати, ковер. На истреблении дашь? И... давай твик силу на хп чит. Сейчас сдохнем нахуй все. Ну ебать. Скорее всего на следующем истреблении на хп ебани. Ебать, обрыгались я ему. Не покидайте, мы его срезаем, что тут лежит. Я Рида резаю. Потом Блэкич. Хэпала надо сумануть. Давайте шкаф сразу сумнем. Бежать будет полгода. Так в кашт. Тыкните быстрее. Блэкич, вставай. Дай похуй, сейчас хэпал присумонится и пойдем. Все, хэпал пришел, сумон. Давай сюда. Активируйте справа, слева сразу. Вот, одну активирую. Дал мастан. Его самый замечательный Эрл Трэша. Ебать, хули, на больше я не гожусь. Но... А где Кирилл умирает? Я нихуя не понимаю. Где-то бежит. Бежит. Там замедлили, да? Maybe. А вторую сторону убили? Ну, в смысле, активировали? Не знаю. Первяк, он пополз туда. Ну, там надо кто-то быстрый, чтобы бегал. Быстро он ползет. Лолы. Он же, а у него шип. Потеряли челика, ебать. Слышу, как Никита приходит, включает микрофон. Никита, скажи, ведь ты пришел. Погиб. Погиб. Смерть... Ну скажи, ты сейчас пришел и включил микрофон. Сейчас я пришел и включил микрофон. Смертью храбрых погиб. Резайте, пацана. Там удары плетью. Какой такой плетью? Ну вот так вот, да? Не надо тут. А пошли. Юлика, давай происходит, если что, рука так тянется, да, к плети, блядь. Она всегда под рукой, под левой. В правой мышкой, в правой плети. Ой, в левой плети. Играю, я сижу вся в латексе и в коже. Че приду? Это по-любому ник госпожа должен быть. Череп Валентайн, крест мазь. Ковер, блядь. Королева. Ребята,
Но новенькому подскажите, просто лутаем 3 споры и все? Да. Надеюсь, ты не хипал? Нет. Нет, я не хипал, уже второй раз меня спрашивают. Слава богу. Милфхан, ну что, встать некуда, что ли, больше? Я не понимаю, хант ведь? Вынесите. Заебёте, блядь. Там где там надо было в поэму написать? Тебя тоже тошнит? Не только в игре. Сейчас сразу каплю даю. Капля 5 секунд. Жестко его там хитили. Юля, в РДД, куда? А ты заебали, оттуда выгнали, отсюда выгнали, суки. Вонючие. Больше не сносит. Не сносит. Хулипал, брат, частицу на воида накинь. Разумитель, бей босса, не надо сносить. Раскол проебять. Молодцы. Закинешь, ладно, скрин. Тапки не упали. Дали. Че, кому крах нужна? Слушай, осколки валятся, пиздец, по КД нахуй. Да это компенсация за то, что вообще нихуя не падали. Сколько, 3 выпало, да? Или 4 уже? 4? Охуеть тебя. О, штаны. Мне кажется, если еще 4 упадет, вообще ебать. Легендарный рейд. Че, краш никому не нужна, я правильно понимаю? Да нет, квеста нету, блядь.
через полгодика возьму квест. Главное, не торопись, все будет, но не сразу. Да. Блять, Локи, я не знаю. Да он уже, блядь, за углом здесь. Раньше надо было шкаф ставить. Давай. Ничего, ничего, да. Когда-нибудь, когда-нибудь. Да, я забыл, блядь, что можно такую фишку проворачивать. Это же вообще, блядь, бомба. На минуту рейд. Ну вот суманул, хорош, блядь, спасибо. Это для приличия, блядь. Это как мультик, знаешь, про типа, который, или про черепаху, блядь. Одевается по-зимнему, выходит лето, ебать. Починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Будем его поднимать. Отличные новости, народ! Мастер. О, Юля, Юля. А, да, еда. Не забирай следующего больше. Что, во всем виновата Юля. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Короче, мы сокру дал. Там продлите чем-нибудь. Хэпал там, аж массакру дать. Я отдавал уже. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил... Пояс нахуй, жезл нахуй. Че нахуй тебе деваться, да? Нахуй нахуй просто, да? Да. Ладно, Дельчик, ты так и сильный. 15к тоже норм.
17. Там больше. Ты знаешь, что ФМ строчит? Я тебе там покажу. Меня заебал. Да-да, Дельчик, я тебя слушаю. Когда-нибудь догонишь, и тогда, может, я тебя выслушаю. А пока... Он вечный холод соберет, тебя перегонит. Два школьника. Соберу ШМ, и потом поговорим. Нихуя, вы видели? Лок через стекло просто телепортировался. Копперфильд, правда? Угу. Нахуя ты гнилого закинул, больной? Говорит, так уж его никто не кидает, там нет бурстов. Данжен мастер, серьезно? Я, блядь, не выговорил, не похуй. Серьезно, акушер? Ты рофлишь. Че там такое серьезное? Пишет, я акушер, кстати. Нихуя. У меня был знакомый. Самая-самая первая гильдия. Вообще прям самая первая. Как только я начала играть в Warcraft, он был хирургом по профессии. Взрослый такой мужик. Он уж тогда был взрослый, сейчас уж, ну, не знаю, лет 45, наверное. Как вот. Войду, да? Ну, чуть поменьше войду. Он вот, ты, кстати, должен его помнить. У него ник был Сурджин. Шаманом играл на X1. А, ну видел, ну такой ник. Он был хирург хороший причем. Он женился, у него там детки родились. РДД, бегайте за звездой. Если что, мы играем под зеленой колбой Милик. А на третью фазу получается Спейси по скримеру, Фир по Войду, ССы. Только на старте третьей фазы. Пиво должен пить. Ой, диван даю, если что. Тебе прям сейчас и надо? Нет, ну... Просто ну, хотя Феникс, бы пати, Феникс, чтобы я знал. Феникс. Я просто сники не знаю. Феникс, третья сейчас. Пати. Все, спасибо. Ну что там, ебать? У нас пивбош пошел воду пить. Пивбош. Нет, не что. Ну ладно, не обижайся. Я вообще редко когда не кефрали читаю. Ой. Вот вы разлетелись, кто куда, блядь. Вы должны отлетать все к РДД. Дель, ты что там рычишь? Я не читаю белый чат. Обиделся за 15 тысяч, что-то пукает в сеть. Пельменем. Половина мельков в колбу.
Пельмени. Вот, блядь. Красный. Мели, пошли бить. Пельмени. Ложи, мелики ушли. Мелики кардаде ушли. Вы стоите, где звезда? Где звезда? На игроке. Давайте. Молодцы. Пельмени. Мелики, не подходите раньше коста. Если вы будете там один, вас въебет. Ложим. Красный. Пельмени. Пошли бить. Что ты нахуй сделал? Хильти, хильти, нормально. Убьем еще. Быстрее, быстрее, беги. Я ебу. Давай нахуй до нуля и будете меняться. Коби, давай поменяй своего собрата. Коби какую-нибудь хуйню вытворит, потом опять поменяетесь. Как ты не знал, ты тактику-то хоть читай перед рейдом. Перед рейдом. Смотри, недели две назад ты был в рейде. И такой хуйни я тебя не видел. Возможно, тебя не выбирал красный, конечно, но если ты не знаешь, спроси. Спросить не так страшно, как вот такое выдать. Ой, ты Alt F4 шаришь же? Ну, ты жмешь Alt F4 и заходишь живой. Не пробовал ни разу. Не успел уже. Эмба, тема я травил. Вообще, я уже жду. Есть там кто встанет или бежать фулл инст? Может, энд какой-то? Рид, встань. Нет, Атриум встал. Атриум. Атриум, блядь. Просто субподрядчики фирмы Атриум называется, поэтому... Не обижайся. Пивбош. Пивбош, ебать. Рыбка в центре. Дайте шкаф. Сейчас я приду. Дайте вразумителю портал. Вернись, тебе портал в Долоран поставят. Угу. Это я правильно видел сейчас? Это его тапки были? Да. Ебать. Ты с тапками от красного не бежал. Но он не знал, что вообще делать. Вон стоит портал. Ебаните шкаф, там кто-то сначала инста бежит. Фир, проснись и реснись. Спейс, вон тыкаюсь. Да Блять, ты что? Это чё? Ты сбил шкаф, что ли? Ёбаный. Второй шкаф. Фир, ставь ты шкаф. Не проеби, только не двигайся, когда будешь ставить, блять. Это гайд такой. Маны ему залейте, ему маны не хватает, шкаф поставить. Сука, ну давай шкаф. Давай шкаф, Костани. Сейчас они добегут уже. Костани шкаф, блядь. Сейчас уже добегут, Коби. Ну так ты тут скачешь у нас на глазах. Так я не слышу, что вы говорили. Я только пришел. Ладно, хуй с тобой. А сейчас все прибегут, я бафну.
А же кроме меня никто похуй, не развлекаемся. Нет, Викс, наверное, бафает. Ковер достаточно для тебя мемный рейд? Пиздец, типа. Вообще, я думаю, что бафать должен ШП. Как тоже сказать? Так считаю. Я охуел, что вообще нам пол только ХП снесло. Да, это, кстати, тоже удивительно, что не все. Я думал, вообще сдохнет. Да, хилы слабо, не отхили. Вообще, да, ты хил. Натуре. Суки. Кирилл. Надо поехать. Ладно, живой. Он там музон поди юзает. Чёлок. Сидит в музыке, нахуярил там. В одной руке пиво, а второй мышка. Кер так играет, это гайд от ковра. Гайд рабочий. Бывает побочный эффект. Бывает, да. Ложь. Пельмени. Пельмени. Мелики бейте, блин. Колбы. Только один. Все еще Dungeon Master, ладно. Кушар. Пельмени. Пошли бить, милик. Пельмени. Боже, нормально. Не бегите так, по бокам, левее, правее. Ложи, милики, ушли, не ушли, это красный. Пельмени. Стой бей, рано побежал. Пошли бить красного. Мем, не беги так рано. Стой бей просто. Окей. Лужи, лужи, лужи. Пельмени.
Ух, суки, черти маги, блядь. А, перевели? Нихуя себе. Так быстро. Гера, добиваем зеленого. По боссу. Кучку соберитесь, расползлись все. Это да. Пельмени. Этот скрин. Диван по фенек. Вставай. Колба секунд. Реба. Пельмени. Нить. Вайт, сколько стак? 4. Пельмени. Дай массак. Да. Колба. Кирилл, да. Ага, вижу. Не подох никто. Чё-то халява ходу. Да тут репер... нерфили, кстати, целка. Сука, где колба? Нет, судя по ребру, блин. И ДР-7, блин. Где моя колба? Такого итема нет. Пиздец, мой. И чё, больше никому не нужна? Не нужен пояс? Да-да, судя по ребру, ничего тут ни фиг не нерфили. Семь. Да, блядь, я тебе говорю, заслуженно по 9 осколков я забираю обычно. Так что мне это возвращается. Душу он мне все-таки продал. Тебя никто не спрашивал. Нихуя, опять осколок. С какой это? Шестой уже по очереди, блядь? Четыре, пятый, шестой. Я с пятью пришел, сейчас здесь. Ну, мне кажется, к концу рейда соберешь уже шлем, короче. Квест был на леди. Смертный шепот, которая. Массакруна. Боец погиб. Он хватался за жизнь как мог.